Получилось, вот поэтому такая радость, да? Давай, вот проходим скрутку. Еще раз, да, локтем упирается в косточку. Вот там и вверх ее, да. А этой рукой в плечо и по Плечо. диагонали, да. По диагонали. О, еще, по-моему, раз хрустнуло, Ну да, да? Да, и еще видишь? ногой, все. Да, и там ногой второй, да, ты как бы подталкиваешь, Ну, получается. то есть я ее вообще вот так вот взяла, вот эту сюда, и вот так. Да, вот ты прям ногой подталкиваешь, молодец. Вот, Да, вот получается. Слушай, ну давай теперь следующий прием. Так, это уже пошли верхние позвонки, да, поясничные. Так. Молодец. Ну и теперь давай рассмотрим, когда сколиоз вниз позвонки опущены. Да, ладонь на ладонь. И сверху растянули, как гармошка. А снизу, да, вот подтянули вверх их. Вот. Ну, там, мне О. кажется, будет легче, когда он будет, да, уже такой реальный сколиоз. Ну, когда реально Ухватиться. сколиоз, конечно, ухватиться будет легче, да. Ну, зависит от человека. Худенький человек, полный человек. Ну, Там. больно тебе? Нет, ну там приятно где-то на точке на спине, да. Вот, даже приятно, видишь как. Молодец, молодец, лучшая ученица, видишь? Ты прям на глазах с каждым часом становишься лучше и лучше. Прям мастерство растет. Вот так можно, да. Залезла на стол, да, поудобнее, как тебе. И позвонки давим вниз. И вот так Да, вот. исправляя сколиоз. А из ног делаем рычаг, да, и вниз. Вот так продавливаю. Следующий позвонок. Во, молодец. Лена, ты агрегат. Дави, дави. Нет ходу назад.